Работы по благоустройству центрального бульвара в Колпашево не были выполнены в срок. Об этом нам сообщили в городской администрации. В настоящее время власти направили официальные претензии подрядчику и подчеркнули, что проведение ряда работ при текущем температурном режиме приведет к несоответствию необходимым техническим требованиям. Таким образом, работы на объекте были приостановлены. В то же время в рамках другого контракта ожидается поставка малых архитектурных форм для установки на благоустраиваемых территориях, в частности, элементы арт-объекта «Осетр». Напомним, проект центрального бульвара стал победителем всероссийского конкурса малых городов. В рамках благоустройства объекта работы ведутся на нескольких участках. В частности, на площади между школой номер 5 и районной администрацией по Кирова 28, а также на участке улицы Белинского от Комсомольской до Коммунистической. В настоящее время власти ведут переговоры с подрядчиком, областным департаментом строительства и Минстроем по вопросам дальнейшего благоустройства территории. Мы будем следить за развитием событий.